Молодежь района и ее будущее стали центральной темой недели. Встречи со специалистами, которые пришли на первые рабочие места, проходили локально на предприятиях и в крупном масштабе в рамках форума молодежи в Мозырском районном исполнительном комитете. На этом мероприятии ежегодно собираются несколько сотен молодых, перспективных и энергичных ребят. У них за плечами завершенная учеба в вузах и в среднем уже почти 3 месяца рабочего стажа. Будущие руководители предприятий организаций, талантливые медики и педагоги, представители нефтеперерабатывающей, строительной и торговой отраслей. Все вместе молодые специалисты 2020 года. На встрече представители руководства районного исполнительного комитета и его структурных подразделений знакомят молодежь с разными аспектами жизни района: перспективный кадровый резерв и возможности карьерного роста, трудовые соглашения, кредитование, строительство жилья для молодых семей, медицинское обслуживание, культурный досуг, правовая и профсоюзная поддержка, деятельность молодежных общественных организаций. Тем для обсуждения оказалось много, и стоит надеяться, участники встречи получили ответы на актуальные вопросы. Молодежь всегда ценный ресурс любого предприятия и любой организации. Ее качественная подготовка к будущим свершениям опирается на 3 столпа – образование, наука и практика. Последнего у этих молодых специалистов сегодня в избытке.